Небольшой, но активный частный циклон, раскрутившийся над центральной частью Средиземного моря, вызвал в регионе сильные ливневые дожди. Они стали причиной внезапных ливневых паводков, которые нанесли огромный ущерб небольшому средиземноморскому острову Мальта. В минувший четверг, 25 ноября 2021 года, на некоторых метеостанциях Мальты всего за несколько часов было зафиксировано выпадение месячной нормы осадков. Бурные потоки воды затопили автодороги, унесли несколько автомобилей, повредили здания. Департамент гражданской защиты призвал людей избегать затопленных районов. Команды гражданской защиты Мальты, полиции и военных спасли несколько десятков человек, оказавшихся в водных ловушках. Для некоторых спасательных операций пришлось привлекать вертолет вооруженных сил Мальты. Местные средства массовой информации, ссылаясь на данные метеорологического агентства страны, сообщили, что в среднем на острове выпало почти 75 мм осадков. При этом на одной метеостанции в Селмуне за сутки выпало 109,2 мм дождя. Это выше месячной нормы ноября, которая составляет примерно 90 мм осадков.